Перед просмотром или после просмотра поставьте на оригинал лайк. Поддержите автора, а не меня. Высокие люди, реальная история. Директор так, говори, Джерама, когда ты будешь готов. Оператор хорошо? Лорен Ипсон. Меня зовут Джеральд, и у меня высокий рост. Это действительно реальная проблема для меня, так как я не могу нормально есть из-за своей длинной шеи. Высокий рост, длинная шея и нормальные руки. Также у меня проблема с дверными проемами, так как нормальные животные могут проходить, а я нет. Ай! Впервые я это заметил, что я высокий, тогда, когда я играл со своими низкими друзьями. Один из них сказал мне: «Ну что, какая там погода?» Это сбило меня с толку, например. Типа, о чем ты? Типа, о чем ты говоришь? А он далее отвечает: вернее, ты высокий? А какая у тебя там погода там наверху? И я подумал, что можно пробежаться перед облаками, и погода будет на самом деле другой. Это меня задевало. Но потом он сказал следующее. Что-то типа: Джеральд, открой глаза, ты же высокий. И я такой подумал, что действительно, а вдруг это из-за этого? Мой рост происходит от жирафа, но мои родители... У моих родителей нет такой проблемы с высокой шеей. На самом деле, для жирафов это нормально, но я, похоже, выполняю такой стереотип. Ну, вы знаете. Мне не очень стыдно за это, но знаете, в некоторые дни я задаюсь вопросом, каково это чувство касаться груди своим носом. Ну и потом она говорит: «Ха-ха-ха, ты высокий!» И знаете что? Я могу с высокой полки взять банку с печеньем и ее схавать. Но мне нравится, как дети злятся насчет этого. Но все это мелочи. Ревновать — это мелочи. Но иногда мелочи делают из тебя в тебя. И этим низким людям я хочу сказать спасибо. Мое имя Джеральд. Я высокий, и у меня длинная шея. Высокий рост – это не выбор. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, рассказывай друзьям. Автор какого крэк?